Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю простой в приготовлении, нежный и очень вкусный куриный суп с сырными шариками. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить. Для начала нужно приготовить бульон. Для рецепта я использую крупные куриные бедра. Здесь вот у меня и косточка есть, и куриное мясо. Для бульона то, что надо. Бедра я переложила в кастрюлю. Кастрюля у меня на 4,3 литра. Бедра заливаю обычной водой комнатной температуры и отправляю на плиту. Бульон у меня уже начинает закипать. Сверху вот появилась пенка, ее периодически нужно убирать. Бульон у меня закипел, я его немного посолю, добавлю лавровый листик. И вот с этого момента, с момента закипания, бульон проварю на небольшом огне 40 минут. Пока бульон варится, приготовлю сырные шарики. Обычный сыр натираю на мелкой терке. К натертому сыру добавляю яйцо и все хорошо перемешиваю. Сюда же добавляю муку и снова все хорошо перемешиваю. Сырное тесто у меня готово, и теперь буду формировать небольшие сырные шарики размером приблизительно чуть меньше грецкого ореха. Сырные шарики я все сформировала, и пока их отправляю в холодильник на то время, пока варится суп. Подготовлю овощи. Картофель нарезаю соломкой. Для того, чтобы картофель не потемнел, пока заливаю его обычной водой комнатной температуры. Для супа я использую две небольшие морковки. Одну морковку я натираю на мелкой терке, и еще одну морковку я натру на крупной терке. Лук мелко нарезаю. Бульон у меня варится. Не забывайте периодически убирать пенку. У нас еще есть время приготовить поджарку. Сковородку я поставила на плиту. Сковородка у меня уже нагрелась. В сковородку я отправляю сливочное масло. В сковородку выкладываю нарезанный лук и слегка его обжарю. Лучок у меня слегка подзолотился. К луку я добавляю морковку и все обжарю приблизительно 3-5 минут. Поджарка у меня готова, я ее пока отставила. Пока я все подготавливала, 40 минут уже прошло. В бульон я добавляю картофель. С картофеля я слила всю воду. И все проварю еще 10 минут. Десять минут прошло, с бульона я достаю курицу и оставляю, чтобы она немножко остыла. В бульон я добавляю приготовленную заправку и все проварю еще 10 минут. Курица немного остыла,
отделяю мясо от кожи, от костей и нарезаю небольшими кусочками. В суп я добавляю подготовленную курицу. Добавляю вермишель и все проварю еще приблизительно 7 минут. На этом этапе суп попробуйте по вкусу и по желанию добавьте соль, перец черный молотый по вашему вкусу. И в конце в суп я добавляю подготовленные сырные шарики и суп проварю еще 2-3 минуты. Куриный суп с сырными шариками готов! Вот такой яркий, наваристый и очень вкусный получился супчик, который понравится и взрослым, и детям. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления супа, и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!